сейчас будет продубас до галочки в магаз. Купим растворителя, чтобы покрасить багажник на планету пятую. Ставим аккумулятор Берга от Mercedes Aviana, 74 ампер-часа. Тут все замерзло. Ну, кататься было бы глупо на мотоцикле. Вот такое там все и на улице. Просто убиться, разбиться. Так. И это минус. И это плюс. Сейчас за ключом схожу, будем заводить. Сходил за ключиком. Все примерзло. Так, это все зажигалово горит. Подсос хорошо, что не замерз, потому что он стоял без тента некоторое время. Потом я только вчера тент на него одел. Выжимаем тормоз. Это как блокировка при заводке. И пробуем. Пыхнул сразу, ну, сбросил подсос и заглох. Сейчас камеру вонжу, в боксе поедем. Прогреется немножко. Да, покажу еще, как включается свет. Первое положение, габариты. Сзади, соответственно, один габарит, как мотоцикл. Второе положение световое. Сейчас включим ближний. Дальний совместно с светодиодами. Нажатием этой кнопки. Это такая разница. Еще есть аварийка. Ну и все, сейчас поедем.